что мы приехали в Монте-Карло. Вот, пожалуйста, вам Lamborghini. Вот это все Монте-Карло. Это район Монако. Монте-Карло. Вот это знаменитая трасса, где идет гонки. Вот здесь знаменитый туннель, про которому проходят гонки тоже. Это знаменитое казино Монте-Карло. Джеймс Бонд и так далее. Все короли и принцы. Можно зайти и внутрь. Но, конечно, там снимать нельзя. Так что я не смогу вам показать внутрь. Вход в казино просто посмотреть и стоит 10 евро. А можно, конечно, и играть, но тогда надо отстоять очередь, и они сделают копию вашего паспорта и так далее, и так далее. Это займет время. К сожалению, у меня этого нету. Вот какие машины вокруг. Ну, это такси, конечно. Это уже получше. Вот за такси стоит. Там и Феррари я видел. Такая архитектура, горы. Вот там знаменительный шоппинг-центр со всеми самыми дорогими магазинами в мире. Шанель и так далее. Здесь отель Парле Парис. Сразу около казино. Пожалуйста, приезжайте, играйте. Если есть охота. Только сперва надо поработать в нашей компании FFI. Чтобы заработать какие-то деньги нормальные, чтобы вы могли себе позволить все это. Ну вот. После экскурсии по Монако и Монте-Карло подходим к своему кораблю опять. Продолжит свое путешествие. Завтра мы уже будем в Италии.